okradli mě veřejně. Je to ostuda České republiky. Мы находимся возле президентского дворца в Чехии. И, к примеру, к слову, вот сзади меня человек, который проводит одиночный пикет. Он против того, что Чехия в Евросоюзе. У него на плакатах надпись «Евросоюз украли мой дом», «Правительство Чехии украли мой дом». Его никто не выгоняет. Он спокойно делает свою акцию. Никто его не забирает через 2 минуты. Ну вот она, свобода слова по-европейски. Вот как раз он сзади меня. Причем самый такой торжественный момент, 12 часов дня, это развод караула. У него сзади флаг Евросоюза, флаг Америки и надпись на чешском «Правительство и президент, вы украли мой дом». Сейчас я попробую обойти его. Вот у него надпись. Ну, в общем, собственно, вот так вот происходят одиночные пикеты. И никто никому ничего не запрещает. Вы часто здесь проводите одиночные пикеты? В общем, пикет за справедливость. Начал я по-русски начал. 3-8-9. Да. А вы часто здесь бываете? Каждый день. Каждый день человек. Каждый день. 3-8-9. Зачал я по-русски начал. Понятно. Коли дней. Скажите, вас никто не забирает за одиночный пикет? Это законно? Так можно здесь делать возле президентского дворца? 320 дней, да? Не 320. 3207. А, это вы столько дней уже протестуете? Столько дней. Вот человек уже столько дней протестует. И никто никуда никого не забирает. 8 лет. 8 года. Спасибо. В общем, выяснилось, что этот человек стоит больше 3000 дней в акциях. Ну а перед нами Прага.